Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы открываем наше сердце и наш разум, чтобы принимать откровения с небес, чтобы быть больше похожими на Иисуса, больше понимать, как и что делают небеса. И мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте прочитаем 27 главу книги Исаии. Исаия, 27 глава. Здесь вы увидите словесную картину того времени, в которое мы сейчас живем, в общей схеме, во всей духовной сфере. На прошлой неделе нашим базовым местом была 6 глава послания к Галатам. «Что посеет человек, то и пожнет». Это должно осуществиться. Было много семян, посеянных всеми нами, которые, благодарение Богу, не взошли. Многие из них взошли, и мы не понимали, когда мы это посеяли или откуда оно взялось. Это можно сказать о многих людях. Многие люди живут изо дня в день, находясь на этой бегущей дорожке смерти. Просто говоря, ну знаете, я очень надеюсь, что сегодня не произойдет ничего настолько плохого, с чем бы я не мог справиться. И знаете, у меня нет никакой уверенности, и я не знаю, поможет ли мне правительство или нет. О, Боже мой. Это зарождающаяся беда. Когда вы ничего не понимаете о духовных законах, которые вызывают определенные вещи. Нет такого понятия, как духовные случайности. Нет такого понятия, как везение. Нет, нет. Так что все управляется духовным законом. И в основе всего духовного закона лежит сеяние и жатва. И в эту систему семени встроено время. Требуется время на то, чтобы семя проросло. Иначе бы мы все убили самих себя. Никто бы и детского сада не закончил. Бог встроил сюда время, чтобы мы просто полностью не уничтожили самих себя. Но, тем не менее, это место Писания должно осуществиться. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Если он сеет в свою плоть, он пожнет тление. Если он сеет в дух, он пожнет жизнь вечную. Поэтому будет умно сеять в дух и подавлять этот урожай плоти. Аминь. И, конечно же, на прошлой неделе мы говорили о законе любви. Вы обращаетесь к этому, и Бог начинает работать с вами, и вы работаете с Ним, и тогда любовь покрывает множество грехов. Она уничтожит весь этот старый урожай. Благодарение Богу за это. Аллилуйя. И где мы сейчас в этом? Что ж, время сеяния уже закончилось. И теперь настало время переливания через край. И будет идти переливание через край. И вам нужно убедиться в том, что у вас будет переливаться через край именно то, что нужно, а не то, что вы бы не хотели, чтобы оно переливалось через край. Аминь. Сейчас не время переживать переливание через край многих плохих семян. Поэтому в одном случае это выглядит как суд, в другом случае это выглядит как славный избыток. В любом случае это одно и то же. Это урожай семени, поскольку время закончилось.
И роль Бога в этом никогда не менялась. Он Господин жатвы. Он Бог умножения. Он виноградарь. Он Бог избытка. И все это должно произойти, чтобы было еще большее переливание через край, чем вы можете вынести. Дабы Он был самим собой над вашим урожаем. Плохим или хорошим. Вы понимаете, о чем я здесь говорю? Он всегда был именно Богом избытка. Он Бог жатвы. А что вы посеяли? В этом-то и проблема. Что вы посеяли? Что вы сеете сейчас? Сейчас подходящее время проверить семя и избавиться от плохого. Поскольку Бог жатвы взял все в свои руки. Сатане не удастся затормозить это. Сейчас в небесах идет великая война. Великая война между небесным воинством Бога и демоническим воинством сатаны. Откуда и исходит весь этот терроризм и все остальное. Все это совершенно не является чем-то политическим. И вы не решите этого политикой. Если только, наконец, не найдется несколько политиков, которые знают что-то о Боге. И мы, по крайней мере, уже на пути к этому. Итак, откройте эту главу книги Исаии. 27 глава. Второй стих. «В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто противоставил мне в нем волчцы и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем». Это картина того, что сейчас происходит. Сражение идет из-за семени. Сатана пытается помешать семенам всем вместе одновременно принести урожай. Поскольку огромный урожай семян всегда поворачивает многих людей к Богу. И многие из его основных игроков оказываются стертыми с лица земли. И у него уходит много времени на то, чтобы подготовить своих последователей. Сатана не может допустить, чтобы кто-нибудь из них родился свыше. Ему приходится начинать работать с ними с самого рождения. И он теряет многих из них. И он будет терять еще большее их число. Начиная с этого дня. Он отступает. Он теряет свои два основных оружия. Одно из них — это страх, и второе — деньги. Идет жатва. Совершенная любовь изгоняет страх. Поэтому есть люди, которые пожинают в любви и изгоняют страх. И затем начинает всходить финансовый избыток. У дьявола большие проблемы. Это самое худшее для него время с момента воскресения Иисуса. Война идет из-за семени. Сатана сражается, пуская в ход все, что у него есть, чтобы помешать всему этому одновременно принести урожай. У него большие проблемы. Почему? Времени больше нет. Вы понимаете, о чем я здесь говорю? То, как вы представляли для себя время, забудьте об этом, этого больше нет. Это время жатвы. Аминь.
Некоторые из вас спустя 3 месяца даже не будут узнавать себя. Есть вещи, которые начнут проявляться. Говорю вам, дары Духа уже начали проявляться. Некоторые из вас будут абсолютно шокированы силой Божьей, текущей через вас в публичных местах. Некоторые из вас, через кого никогда не проявлялись никакие формы даров Духа, дары исцелений, чудотворения, чудеса, семена всходят. Есть много мам, которые молились день и ночь. И есть много детей, которые приходят в Царство Божье. Происходят удивительные вещи. Взойдут финансовые семена, которые вы сами не помните, когда вы их сеяли. Есть многие из вас, кто будет сеять какое-то время, и затем перестанет, говоря, «Да, но ничего не происходит». Затем вы продолжаете сеять еще какое-то время, а потом перестаете, «Да, но ничего не происходит». Так вы испортили много семян. Покайтесь в этом. Бог их не забыл. Покайтесь и скажите, «Господь, пожалуйста, прости меня. Я посеял много семян, пожалуйста. Не могли бы мы реактивировать это?» Аллилуйя, я воздаю тебе всю хвалу и славу. Сатана бы с удовольствием украл у вас это семя. Это его совершенно не касается, вы понимаете? Иисус является вашим Господом и Спасителем. Он Господин жатвы. Он Господь воинства небесного. Слава Богу. Вы берите власть над дьяволом и выгоняете его из вашего сада. Не миритесь с ним ни секунды. Ни секунды, понимаете? 2 секунды — это слишком долго. Дайте ему по голове. Даже если кажется, что он имел к этому какое-то отношение, атакуйте его. Не рассказывайте об этом Богу. Он уже это знает. Атакуйте его. Возьмите свою Библию и просто начните цитировать ему места Писания. После этого говорите на его счет замечания на языках так громко, как вы только можете. Скажите ему, во имя Иисуса, убрать свои руки от вашего семени. Убери свои руки от моих детей, убери свои руки от моих денег, от моего служения. Убери свои руки от моей жизни, убери свои руки от моей церкви, от моей машины. Убери свои руки от всего, что у меня есть. Обратите его в бегство. Вам всем уже давно следовало это делать. Но он обманом убедит вас этого не делать. Если ты снова будешь со мной так разговаривать, я убью тебя. О, неужели? Если бы ты мог это сделать, ты бы убил меня вчера. Больше так не разговаривай, ты убьешь меня. Убирайся отсюда. Настанет тот день. Аллилуйя. Моя жизнь сокрыта во Христе Иисусе. Но понимаете, если вы не ходите в этой заповеди любви, у вас по-прежнему шаткое основание, и он это знает. Он не будет обращать на вас никакого внимания. Но вы просто примите решение соблюдать эту заповедь. Давайте снова вернемся к 14 главе Евангелия от Иоанна. Аллилуйя. Двадцать первый стих. Хорошо. Давайте начнем с 10 стиха. Иоанна 14:10. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне?» Вы верите в это? Я верю. «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя». Не забывайте, он по-прежнему задает тот же самый вопрос. «Разве ты не веришь, что слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, Отец, пребывающий во мне,
Он творит дела. Я в это верю, а вы? И послушайте, что он сказал. Он сказал, вы верите в это? Вы верите, что я в Отце и Отец во мне? Вы верите, что слова, которые говорю я вам, я говорю не от себя? Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Вы должны сказать «да». Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Истина, истина. И это в буквальном смысле означает «я торжественно заверяю вас». Сильнее уже не скажешь. Сильнее уже никак не скажешь. Я торжественно заверяю вас. И подождите-ка, он только что сказал, слова, которые я говорю, это не мои слова, а слова Отца. Значит, это говорит Бог Отец. Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Очевидно, это говорил не просто человек Иисус, а это говорил Отец. Это важно. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Вы заметили, как оно взаимосвязано? Ну, я этого не понимаю, наверное, это все уже в прошлом, потому что я попросил, и Он ничего для меня не сделал. Ну, я бы его не винил. Нет, это было некрасиво, я бы так не говорил. Ну, понимаете? Вы правы. Вы не прочитали следующей фразы. Соблюдите Мои заповеди. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Я не знаю, как можно сказать яснее. Давайте вернемся к Евангелию от Матфея. Я хочу, чтобы вы прочитали 22 главу. 37 стих. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Итак, весь закон — это не просто закон Моисея. Закон Моисея — это линия поведения, основанная на управляющих всем духовных законах. Они не понимали духовный закон. У них не было возможности понять его, поскольку они стали духовно мертвыми людьми. Их дух не был жив для Бога. Богу приходилось иметь с ними дело на интеллектуальном уровне, пока не пришел Иисус, не воскрес из мертвых, не победил дьявола и не исполнил закон Моисея.
И пока люди не родились свыше и не стали живыми в духе и живыми для Бога, и не исполнилось Его обетование. Он сказал, «Я вложу в вас новый дух, и я вложу мой закон в ваше сердце». Он в нас. Так что, вот проблема и вот ответ. Все взаимосвязано. Весь закон, все духовные законы, они управляют всем. Духовные законы управляют всем. Сеяние и жатва — это духовный закон. И вы не можете выйти из-под него. Вы так или иначе будете под ним жить. Хорошо, плохо, мерзко. Вы будете жить по закону сеяния и жатвы. Вам от него никуда не деться. Почему? Это духовный закон, который был произнесен Богом Всемогущим. И не дьявол, ни кто-то еще. Вам никуда от него не деться. Он управляет всем. Именно поэтому люди не понимают, почему происходят плохие вещи. Плохие вещи происходят потому, что вы посеяли семя, главным образом своими устами. Писание говорит, что вера работает по закону веры. Есть законы, которые управляют исцелением. Есть законы, которые управляют естественным физическим миром. Законы физики. Аминь. Есть законы, которые управляют интеллектуальным миром. Все эти законы утверждаются на этом. Пытаться действовать в другом законе без этого закона, это все равно, что пытаться ехать на машине без бензина. Почему? Вера действует любовью. Праведность действует любовью. Любовь является ключевым законом. Все. Все духовные законы утверждаются на этих двух заповедях. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью, и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это ключевой момент. Когда вы вешаете сначала карниз, а не штору, люди пытаются повесить штору веры. Ее не на что повесить. Повесьте сначала карниз. Соблюдайте эту заповедь. Вера уже висит на карнизе. Нам стоит поговорить об этом завтра. Аллилуйя. Давайте откроем наши Библии сегодня, прежде всего, снова на послание Галатам. Мы на каждой передаче читали шестую главу, говоря о том, что посеет человек, то и пожнет. Мы говорим о времени переливания через край. Переливание через край — это просто жатва всех семян. Это когда весь урожай всходит в своем максимальном потенциале. И сейчас в Царстве Божьем именно такое время. Во всей духовной сфере. Во всем. Поэтому, что для одного человека переливание через край, для другого суд. Все просто зависит от того, какие вы сеяли семена. Аминь. Поэтому сегодня мы будем рассматривать веру в свете заповеди любви, поскольку на вчерашней передаче мы пришли к заключению, опираясь на Новый Завет, что любовь покрывает множество грехов. В свете того, о чем мы говорим, можно сказать так. Любовь покроет множество плохих семян. Аминь. Есть определенные обязанности, когда вы начинаете разбираться с тем, с чем мы разбираемся. Вы начинаете разбираться с семенем своей жизни. Каждое когда-либо сказанное вами слово было семенем. О, брат Копланд, подождите минутку. Я вот о чем говорю. Когда вы начинаете разбираться с тем, с чем мы сейчас разбираемся, есть определенные вещи, которые вам не очень-то нравится признавать. Есть определенное непослушание, с которым нужно разобраться. Но вы в этом не сами по себе, аминь.
Нет. Вы, как и все мы, у вас есть много всего, что нужно исправить. Слава Богу. Аминь. В жизни каждого есть много непослушания. Но его не должно там быть. Некоторые люди думают, что раз вы человек, вы должны грешить каждый день. Это неправда. Нет, вам иногда стоит читать пятую главу послания к евреям. Там есть благая весть, слава Богу, что вы можете выйти в Слове Божьем на такой уровень, когда ваше физическое тело может быть научено различать добро и зло. Аминь. И мы живем во время ответственности. Пора проверить это и что-то на этот счет предпринять. Мы не говорим о решениях, принимаемых в канун Нового года. Мы говорим об изменении всего своего образа жизни, слава Богу, если это требуется. И именно это и требуется. Давайте прочитаем это в послании к Галатам, 5 глава. Давайте начнем с 1 стиха. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам помазанный его помазание, и не подвергайтесь опять игу рабства». Если бы мы просмотрели наши места Писания, в которых встречается слово «рабство», мы бы поняли, что дух страха — это дух рабства. И одним из главных является послание к Евреям 2, 14 и 15, что Христос облегся во плоть и кровь, пошел на крест для того, чтобы лишить силы, имевшего державу смерти, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Так что страх является прямым связующим звеном со всяким рабством. Без страха дьявол никак не может соединиться с вами. Он не может заставить это работать. У нас нет времени подробно все это разбирать, но вы можете сами изучить эту тему страха или найти у кого-нибудь наши кассеты с учением на эту тему. Итак, стойте в свободе, которую даровало нам помазание, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот, я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от помазания. И Павел говорит здесь не о том, что обрезание было чем-то неправильным. Он говорит о религиозной традиции, когда вы пытаетесь впечатлить Бога. Понимаете? Если вы прочитаете предыдущие четыре главы послания Галатам, вы поймете, к чему он это говорит. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Были люди, которые проповедовали людям, не имевшим никаких иудейских корней, что даже несмотря на то, что они родились свыше, и Иисус был их Господом и Спасителем, и они были омыты кровью Агнца, они все равно должны были обрезываться и соблюдать весь закон, а иначе они по-прежнему шли в ад. И Павел сказал на этот счет достаточно резкие вещи, и он сказал, что это совершенно бесполезно, если вы именно этим пытаетесь впечатлить Бога. И на предыдущих передачах мы выяснили, что Иисус исполнил закон Моисея и закон Иисуса. Царский закон заключается в том, что «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всем разумением и всей крепостью, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это исполняет весь закон Моисея. Аминь. Вот что удовлетворяет Бога. Кровь Иисуса была пролита раз и навсегда. Вы не можете что-то здесь улучшить. Не так ли? Вы не можете улучшить кровь Бога. Это была безгрешная, чистая кровь. И в этой крови Новый Завет. Каждое слово этого Нового Завета является клятвой, данной на крови. Это кровный завет, провозглашенный Богом. И послушайте вот что, за что вам действительно нужно ухватиться. Этот завет, Новый Завет. Так вот, этот Новый Завет, по сути, заключен между Богом, который не может и никогда-никогда не согрешит.
Аминь. Он не человек, чтобы ему лгать. Заключен между Богом и воскресшим, нетленным. И слово «нетленный» означает «тот, кого не касается смерть». А грех является частью смерти. Воскресший, нетленный Иисус и всемогущий святой Бог состоят между собой в завете в крови самого Иисуса. И когда вы приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя, вы вошли в Него вместе с Ним. Слава Богу! Я бы мог говорить об одном только этом до конца недели, но я не могу, хотя это является основанием. Это та свобода, о которой Он говорит. Мы свободные люди, слава Богу. Аминь. Четвертый стих. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без помазанного и его помазания, отпали от благодати». Скажу вам, когда я, будучи подростком, рос в баптистской церкви, я слышал, как люди постоянно говорили об отпадении от благодати или не отпадении от благодати. О, об этом много дискутировали. И чем больше я узнавал о Слове Божьем, тем больше я понимал, что ни те, ни другие не знали, о чем они говорили. Здесь все очень ясно. Здесь не говорится о том, что вы согрешаете и теряете свое спасение. Здесь говорится о том, кто отказывается от благодати Божией, которая пришла через кровь Агнца, и решает пытаться служить Богу и впечатлить Его своими делами, а не Его благодатью. Ну, это просто глупо. Аминь. Как бы усердно вы ни трудились, это невозможно. Вы могли бы в точности соблюсти весь Ветхий Завет, и этого все равно недостаточно. Все это лишь хранило их до того момента, пока не пришел Иисус и не исполнил это, и не установил Новый Завет, так, чтобы они могли перейти оттуда в этот Завет. Новый Завет является завершением Ветхого. Он не уничтожил Ветхий Завет. Нет, нет. Он просто завершил его. Аминь. Есть законы и пророки, и Новый Завет является частью пророков. Аминь. Давайте пойдем дальше. А мы духом ожидаемся и надеемся праведности от веры, ибо в Иисусе, помазанном, не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. Обрезаны вы или не обрезаны, не имеет к этому никакого отношения. Но вера, действующая любовью, именно к этому я и вел. Мы говорили о той свободе, которая у нас есть благодаря помазанию. И эта свобода осуществляется по требованию веры. Вы понимаете, что я имею в виду под требованием веры? Что-то принадлежит вам во Христе Иисусе, но вы должны овладеть этим, востребовав или предъявив на это права. Не знаю, за последние 15-20 лет слово «востребовать» стало каким-то плохим словом. Но оно по-прежнему обозначает именно то, что оно обозначает. Ну, вы эти, назови это, востребуй это. Да, я этот. И становлюсь им все больше. Я не меньше. Называю это, востребую это, я делаю это все больше. Я назвал это, востребовал это, сказал это, ухватился за это, и у меня это есть, слава Богу. Знаете, если хотите, вы можете спорить об этом, но у меня все очень даже хорошо. Аминь. Как-то брат Джесси был на своей очередной пробежке. Его встретил кто-то из средств массовой информации. Мимо проезжала машина программы новостей. «Вы Джесси Дюплантис?» Он ответил, «Да». Они сказали,
Мы слышали, я не помню, они задали ему какой-то глупый вопрос насчет того, что у него слишком много денег. Мы слышали, что у вас очень даже неплохо идут дела в финансовом плане. Он ответил, нет, даже еще лучше. Они спросили, серьезно? Он ответил, да. Бог сделал меня богатым. Аминь. Не подходите ко мне с недовольным выражением лица, говоря о том, чтобы называть это, востребовать это, сказать это, ухватиться за это, особенно когда у вас этого нет. Аминь. Аллилуйя. Позвольте мне сказать вам так. Мужчины и женщины спасаются, исцеляются, процветают. Что бы вы ни принимали от Бога, мужчины и женщины спасаются и исцеляются, слыша и говоря слова. Другим путем вы этого не получите. Вы имеете в виду, что только одним путем? А вам и нужен только один путь. Зачем вам два или три пути? Аминь. Вам нужен только один путь. И кроме того, кому нужен какой-то секонд-хендовский путь? Почему бы не воспользоваться самым лучшим? Иисус здесь самый лучший. Он на первом месте. Он номер один. Номер два даже не принимается во внимание. Аллилуйя. Аминь. Вы можете пытаться идти каким-то другим путем, если хотите, но, пожалуйста, не делайте этого. Пожалуйста, не делайте этого. Идите с Ним. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы спасены, исцелены, мы процветаем. Все, что мы получаем от Бога, мы получаем, слыша и говоря слова. В мировом порядке нет ничего, чего бы не победило требование веры. Сия есть победа, победившая мир, вера наша. Мы уже с этим определились. Итак, здесь говорится, что вера действует любовью. Поэтому без любви вера не будет работать. Фактически, я заметил за последние 39 лет, которые я жил таким образом и проповедовал таким образом, я заметил, что любая ссора, любое непрощение, Слово Божие говорит, что где сварливость, там неустройство и все худое. Всякая злая работа. Если бы я был дьяволом, я бы изо всех сил старался принести в вашу жизнь не что иное, как ссору. Поскольку что-то иное может породить только одно худое, только одну злую работу. Но если я втяну вас в ссору, я могу принести вам все худое, всякую злую работу. Аминь. Именно поэтому ссоры и распри стоят на первом месте в его списке. Если ему удастся вас в них втянуть, вы попались. Аминь. И та вера, которую Бог вам дал, чтобы с ее помощью разрушить силу этого, является верой в имя Его Сына Иисуса, сразу же начинает становиться слабой. Со мной такое бывало. И тут не надо какой-то большой ссоры. Достаточно просто небольшой перебранки или раздражиться на кого-то. Они не должны были со мной так поступать. Или обидеться. Для этого не требуется большой ссоры. И вдруг вам для чего-то нужно использовать свою веру. И вы начинаете исповедовать Слово Божье. И вы осознаете, слыша своими собственными ушами, что в том, что вы говорите своими устами, нет ни грамма силы. Что случилось? Ваша вера вдруг стала слабой. Это все равно, что выкачать каким-то образом из ваших физических мышц всю силу. И тут вам вдруг нужно вскочить и бежать, а ваши ноги просто не слушаются вас. Со мной такое раньше случалось. По той или иной причине. Когда тебе вдруг нужна была вся твоя физическая сила, а у тебя ее вообще не оставалось. Это как меня однажды ударило током. У меня рядом с кроватью висела небольшая лампа.
Моя комната была перестроена верандой. До этого это было просто бетонное крыльцо. Затем мой папа сделал из него веранду, из которой потом сделали комнату. И это была моя спальня. В ней был бетонный пол, и стояла сырая погода. Было не так уж холодно, но на протяжении нескольких дней шел моросящий дождь. И вы знаете, как бетон увлажняется. И тот пол был таким вот влажным. Я был босиком, я зашел в свою комнату. У меня там стояла кровать и моя лампа. Моя маленькая лампа была прикреплена к краю кровати. Я потянулся туда и схватился за... У нее был такой маленький кнопочный выключатель. Было темно. Я схватился за него, чтобы найти лампу. И когда я нащупал ее, я включил лампу, но в самой лампе произошло короткое замыкание, а мои ноги стояли на мокром бетоне. Я был босиком. Я был заземлен. И меня ударило током. Я дернулся и упал. Чего ты смеешься, Монти? Это было не смешно, Монти Берг. Монти, мой друг. И я не мог оторвать ее. Я не мог оторвать ее от своей руки. Я пытался кричать. Мой папа услышал меня и понял, что что-то происходит. Шнур от лампы был обмотан вокруг ножки кровати. Папа схватил этот шнур, но и он никак не мог вырвать эту лампу из моей руки. Он тянул за этот шнур, и, наконец, он так сильно дернул его, что вырвал его из розетки и выключил лампу. Но за это время я уже успел посинеть от линии волос до нижней части шеи. Мои руки тоже посинели. Все мои вены начали вздуваться вот так. Я бы так долго не выдержал. Я лежал на полу. Папа взял меня, отнес в другую часть дома и положил на кровать. Через несколько минут я был в порядке. Я больше не испытывал боли. До этого у меня все болело. Но мне тогда было 12-13 лет. Я был достаточно сильным. И через какое-то время я чувствовал себя вполне нормально. Я вскочил с кровати. Я упал лицом на пол. Казалось, что пол просто поднялся и ударил меня по лицу. Мои ноги говорили: «Мы никуда не идем». Они не слушались. Что случилось? Этот большой электрический заряд выкачал из моего тела всю энергию и силу. Ее просто не было. То же самое происходит с вашей верой, когда... Я скажу так. Любое слово или действие тьмы, будь то ссора, распря, любого рода раздражительность, гнев, Слово Божие говорит, гневаясь, не согрешать. Это значит держать свой рот на замке. Аминь. Если вы собираетесь изливать свой гнев, изливайте его на сатану, а не на кого-то другого. Плоть и кровь не являются вашим врагом, что бы они вам ни сделали. Вера зависит от любви. Давайте здесь кое-что добавим. Мы будем говорить об этом все больше и больше, разбирая эту тему. 1 Иоанна 4:16. Бог есть... любовь. Скажите это. Бог есть любовь. Перестаньте так сильно зависеть от слова «Бог». Оно является сильным словом в нашем языке, но совсем не сильным в еврейском языке. Поскольку в еврейском языке, когда вы говорите о Боге, вы называете его по имени. Вы не называете его просто «Бог». Вы понимаете, о чем я здесь говорю? Если я просто говорю «Бог»,
то кто знает, сколько у кого может быть разных представлений о том, кто такой Бог. Некоторые люди думают, что это большой стоящий где-то камень. Словарь говорит просто «возможно, создатель всего». То есть вы ничего не говорите, когда говорите просто «Бог». Но если вы говорите «Адонай», «Элохим», о, если вы говорите по-еврейски, вы точно знаете, что вы сказали. А также многие другие имена Бога. Он наш целитель. Он тот, кто дает нам процветание, и так далее. Но, например, в английском языке слово «Бог» было заимствовано из немецкого языка. Это слово «Gott». Поэтому я говорю о том, чтобы вы перестали зависеть от этого. Он есть любовь. Там не сказано, что у него есть любовь. Он есть любовь. Скажите это. Бог есть любовь. Ибо так возлюбила любовь мир, что любовь отдала Сына Своего Единородного, Сына Любви, дабы всякий верующий в Него не погиб. Видите, что здесь говорится? Видите, как Он возлюбил вас? Но имел жизнь вечную. Давайте снова прочитаем это место Писания из послания к Галатам, которое мы читали вчера. Пятая глава, пятый стих. А мы, духом, ожидаем и надеемся праведности от веры. В оригинале здесь буквально говорится, что мы ожидаем верой. То есть вы можете ожидать верой, вы можете идти верой, вы можете вставать верой, вы можете садиться верой. Вера является катализатором духовного закона. Послание к Римлянам 8:2. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Евангелие от Матфея 22:37. Иисус сказал, я знаю, мы повторяли это снова и снова, но вы пока еще этого даже не слышали. Мы будем повторять это снова и снова, пока это постоянно не будет стоять на переднем плане вашей памяти. Иисус сказал, «Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Эти две. Великая заповедь и вторая подобная ей, сказал он. На них утверждается весь закон и пророки. Итак, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Это означает, что закон Духа жизни во Христе Иисусе полностью зависит от утверждения на законе любви. Разве не так? Он будет зависеть от этого. А вера является катализатором всего духовного закона. Чтобы понять, что я имею в виду под катализатором, вы когда-нибудь использовали эпоксидную смолу или какой-нибудь эпоксидный клей? Вам нужно с чем-то ее смешать, а иначе ничего не получится. Помню, как я впервые увидел эпоксидную смолу. Мне рассказывали, какая это замечательная вещь, и как сильно она склеивает. Что ж, я нашел немного эпоксидной смолы. Смазал ей обе части того, что я хотел склеить, прижал одну часть другой и ждал до следующего утра. После чего подумал, это самая никчемная вещь, которую я когда-либо видел. Она ничего не склеила. Что ж, когда сомневаетесь, читайте инструкцию. Прочитав на банке инструкцию, я понял, что я наделал. Там был небольшой тюбик с чем-то, что нужно было в нее добавить. Я выдавил это туда. Банка начала нагреваться, и смола схватывалась настолько быстро. Я ничего не знал такого рода клея. Я никогда о нем раньше не слышал. Она схватилась настолько быстро, что я даже не смог ее использовать. За день до этого она вообще не схватывалась. И за два дня ничего не склеивалось. А тут она схватывалась настолько быстро, что я подумал, это самая дикая вещь, которую я когда-либо видел. Когда я наконец сделал все правильно, то уже ничем нельзя было разорвать клеенную ей. Но именно благодаря этому катализатору и началась в той смоле эта реакция. Вы меня сейчас слушаете? Духовный закон, который управляет спасением, исцелением,
всем тем, что имеет отношение к закону Духа жизни во Христе Иисусе. Без веры он просто не работает. Вы можете стараться изо всех сил. Вы можете делать все, о чем вы только можете подумать, пытаясь принять от Бога. Но пока вы не добавите в это немного веры, это невозможно. Но когда на сцену выходит вера, слава Богу. Помните 4 главу послания к евреям, где говорится, что израильтяне пали в пустыне из-за того, что они не растворили верой слышанное ими Евангелие? Они не добавили в него никакой веры. Поэтому оно не работало. Но там были два человека, которые добавили веру. Иисус, Навин и Халев. Боже мой. И они 40 лет ходили с этой ничего не делающей толпой, которые так и не растворили это никакой верой, кроме их двоих. И в 80 лет они так же горели, как и в 40. И старый Халев вскочил и сказал, «Дайте мне эту гору!» Я бы тоже был возбужденным, если бы мне пришлось ждать 40 лет, чтобы попасть туда. Но скажу вам, он горел. Почему? Вера зажгла и привела в действие то, что пообещал Бог. Вы соединяете обетование с верой. Позвольте мне сказать это так. Обетование, записанное Слово Божье, это книга, Ветхий и Новый Завет вместе. Это основное семя. Сеятель Слова сеет. Вы меня слушаете? Это основное семя, которое было вложено в наши руки, чтобы сеять его. Если вы растворяете его верой, обетование становится семенем, когда это семя посеяно, и вы растворяете его верой. Во всем этом мировом порядке нет ничего, что могло бы остановить эту веру. Но без любви вера не работает. Я повторю это еще раз. Послание Галатам, которое мы только что читали, сказано, что вера действует любовью. Машина работает на бензине. Вера работает на любви. Без бензина машина не едет. Без любви вера не действует. Почему? Потому что Бог есть любовь. Как вы собираетесь заставить веру работать без Бога? Даже не пытайтесь. Это глупо. Давайте откроем это место. Я хочу прочитать его еще раз. «Ибо в Иисусе помазанном не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера». Вера имеет силу. Вера является здесь ключевым моментом, действующая любовью. Давайте обратимся к 3 главе послания к Ефесянам. Это молитва, которую молился апостол Павел. Начиная с 14 стиха. «Для сего преклоняя колено мое пред Отцом Господа нашего Иисуса Помазанного, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». И вот его молитва. «Да даст вам по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Зачем? Чтобы помазание верою вселилось в ваше сердце. И смотрите, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, вы это увидели? Обведите это или выделите как-то. Могли. Давайте вернемся назад. Давайте попробуем прочитать это в обратном порядке. И кое-что здесь увидеть. Если вы не укоренены и не утверждены в любви, вера не работает в вашем сердце. Значит, не работает помазание. А именно оно снимает бремена и уничтожает ярмо. Верно? Но когда вы крепко утверждены Духом Его во внутреннем человеке, помазание вселяется в сердца ваши верою, вы, укорененные и утвержденные в любви, можете постигнуть со всеми святыми. То есть это для всего тела Христова.
чтобы вы могли постигнуть. Есть разница между тем, чтобы понять и постигнуть что-то. В нашем языке мы используем их как взаимозаменяемые. Но в греческом дело обстоит по-другому. Есть понимание и есть практическое знание. Я уже как-то вспоминал здесь Монти Берка, и я поговорю о нем еще немного. Монти многие годы работал на коммерческих авиалиниях, и он один из лучших пилотов, с которыми я когда-либо летал. Я многому у него научился. Почему? Потому что он знал об этом больше, чем я. Понимаете? Поэтому я кое-что постиг благодаря ему. Иногда в салоне самолета сидели люди, в то время как мы с ним сидели в кабине пилота. Они понимали, что мы летели. Понимаете? Но без нас они бы никуда не полетели. Они понимали, как подняться на борт. Они понимали, как пристегнуть ремни, когда садишься в кресло, улыбнуться. И они понимали, что мы долетим туда. Да, вперед, слава Богу, аллилуйя. У них было понимание о полете. Но у экипажа должно быть практическое знание. Это постижение авиации. Это постижение элементов управления, всего навигации. И какое-то понимание того, благодаря чему самолет летит. Поскольку если что-то сломается, им, возможно, придется это чинить. Понимаете? Чтобы вы могли постигнуть. И это постижение зависит от целого перечня всего, не так ли? Во-первых, оно зависит от молитвы. Во-вторых, оно зависит от веры. Почему? Помазание не будет работать. Оно даже не будет вселяться. И когда он говорит о вселении, то речь не о том, что его там нет. Библия говорит в первом послании Иоанна 2:20 и 2:27, что вы получили помазание Иисуса, когда родились свыше. Оно обитает в вас сейчас. Помазание, которое вы получили от Него, пребывает сейчас в вас. Но вот это слово «вселиться» означает здесь взять в свои руки, жить, активно жить и обитать там, быть живым в вас. Другими словами, когда оно работает. Без веры оно не может работать. Если вы не укоренены и не утверждены в любви, вера не работает. А без веры, без молитвы, не будучи укорененными и утвержденными в любви, вы не будете иметь такого рода постижения. Тем не менее, это доступно каждому рожденному свыше чаду Божьему. Это доступно всем святым. Разве это не удивительно? Вы слышите о том, что это утверждается на законе любви? Не так ли? Оно все утверждается на нем, как и сказал Иисус. Чтобы вы могли постигнуть, иметь практическое знание со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь помазания. Здесь больше говорится о помазании Иисуса, нежели лично об Иисусе. Конечно, вы не можете их разделить, мы даже и не пытаемся. Но Христос — это перевод еврейского слова «мессия», которое означает «помазание», «помазанный» и «помазание», которым он помазан. Что? Широта, долгота, глубина и высота. И уразуметь. Вот это слово «уразуметь» здесь является переводом греческого слова «связь». Иметь с кем-то близкие отношения. Оно использовано в других местах в Библии. Адам познал жену свою. В греческом языке это в точности то же самое слово. Чтобы вы могли постигнуть, иметь практическое понимание о широте, долготе, глубине и высоте, и иметь близкие отношения с любовью помазанного и его помазания, которое превосходит знание, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. Я вам кое-что скажу. Это там. И оно было там уже давно. Верно? Вы не попадете туда без заповеди любви.
поскольку оно все утверждается или висит именно на ней. Я хочу еще раз в заключение этой передачи вернуться к этому, поскольку это так важно. Когда я молился об этом, Господь показал мне, какое прекрасное время. Может, как-нибудь у меня получится вам больше об этом рассказать. Это промелькнуло передо мной, и мы по-прежнему говорим о переливании через край и обо всем этом. Я увидел человека, который пытался повесить шторы на стену. Это были большие, тяжелые шторы. И он бегал туда-сюда, вверх и вниз, пытаясь повесить эти шторы. Но как только он их вешал, они тут же падали. Он просто запутывался в них и падал. Мне стало как-то смешно, я подумал, это напоминает мне старые комедии. Такой дешевый юмор. И мне стало смешно. Я засмеялся. Он настолько запутался в тех шторах, он просто завернулся в них, пока я не услышал его крик, который пронзил мое сердце. «О, Боже!» — кричал он. «Такое впечатление, что моя вера никогда не работает. Я верю в исцеление, и я болен. Я верю в процветание, и у меня задолженность по оплате всех моих счетов». И тут мне как бы показали это крупным планом. И я увидел одну штору, на которой было написано «Вера», на второй было написано «Праведность», на третьей «Процветание», на четвертой «Исцеление», на пятой «Освобождение». И тот человек просто запутался во всем этом. И затем, когда я присмотрелся еще более внимательно, Господь как будто бы приблизил камеру и показал мне это крупным планом. Я увидел маленьких змей, ползающих в тех шторах. И они кусали его за пятки. Я подумал, а что вообще бесы делают в этих шторах веры, праведности, исцеления и всего остального? Мне это не нравится. Что-то здесь не так. Как все это может запутать вас? Это то, что должно исправлять вас. И тут я увидел в углу комнаты, и когда я его увидел, я знал, что тот человек знал, что он там стоит. Я увидел большой карниз. Он походил на балку от моста. Казалось, что в углу комнаты стояла балка от моста. Он был настолько крепким и таких внушительных размеров. Золотой карниз, на котором красными буквами было написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всем разумением и всей крепостью, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Я услышал голос Господа: «Повесь карниз, а не шторы». Шторы уже прикреплены к карнизу. Я подумал: «О, да! Это не что-то такое, чего до этого никто из вас не знал. Если вы являетесь верующим всего 10 минут, вы и то каким-то образом знаете, что вы должны любить друг друга. Аминь? Вы когда-нибудь читали Новый Завет? Там постоянно об этом говорится. И вот снова. В чем же проблема? Память. Откройте второе послание Петра. В этом-то и вся суть. Третья глава. Первый стих. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждая ваш чистый смысл, чтобы вы помнили, чтобы вы постоянно помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. В этом-то и проблема. Я разговаривал сегодня с доктором Уитером. Он оказался в ситуации, когда с него взяли в 4 или в 5 раз больше,
чем та вещь на самом деле стоила. В процессе всего этого они меняли цену на этот конкретный товар около 4 раз. И каждый раз цена только поднималась. И дошло до того, что это начало его несколько раздражать. И, конечно, он был здесь на всех этих собраниях. Он слышал, как я говорил об этом. Слышал, что говорит об этом Слово Божье. Он читал это, помнил об этом, исповедовал это снова, снова и снова. И он сел в машину, уже уезжая отсюда. И он сказал, вдруг до меня дошло, что здесь происходило. Я просто начал говорить, о Господь Бог, я люблю Тебя всем сердцем моим, всей душой моей, всем разумением моим и всей крепостью, и я люблю моего ближнего, как самого себя. Я люблю всех тех людей. Да, я люблю их. Да, я люблю их, я люблю их. Я действительно их люблю, я люблю их. И он сказал, и тогда я понял, в чем здесь была проблема. Корень этого в духе нищеты и недостатка. Какая разница, если это стоит $200, когда у вас есть эти деньги? Есть люди, которые пошлют вас туда купить это, даже не спрашивая, сколько это стоит. Знаете, если вы торгуетесь из-за пары сотен долларов, то не потребуется слишком многого, чтобы сбить вас с вашей веры. Если вы будете торговаться из-за $200, то $250 точно выбьют вас из колеи. Вы понимаете? Вы провозглашаете что-то большое. Провозглашаете большие деньги. Миллиардный поток. А сами расклеиваетесь, если это $200 ваших личных денег. Аминь. Видите, что произошло? Этот процесс пролил тогда свет на корень этого. Он просто сказал Слово Божье в отношении этого, и он сказал... После этого все было нормально. Он просто двигался дальше в вере. Что произошло? Он вспомнил это. А как вы приходите к тому, что вы помните подобного рода вещи? Слыша, видя и говоря. Слыша, видя и говоря. Мы не акцентировались на заповеди любви. Мы акцентировались на многом другом. Иисус сказал, если вы любите меня, вы соблюдаете мои заповеди. Ну, я люблю Иисуса. Но вы по-прежнему ссоритесь, возражаете и спорите. Да, я знаю, брат Копланд, но я люблю Иисуса. Извините. Нет, Иисус сказал, что вы его не любите. О, брат Копланд. Ну, вы, наверное, будете спорить. И насчет того, что сказано в послании к римлянам, в котором написано, «Все, что не по вере, грех». Что? Что, что? Что? Многие люди напоминают эту утку из рекламы, которая постоянно спрашивает, что? Я не запнулся, когда сказал это. Конечно, это сказал не я. Это говорит Слово Божье. Нам с вами нужно посмотреть правде в глаза. Да, конечно. Я знаю, что вы любите Господа, но если вы не соблюдаете эту заповедь, вы любите больше что-то другое. Давайте просто посмотрим правде в глаза и предпримем что-то на этот счет. Как вы предпринимаете что-то на этот счет? Вы думаете об этом, вы держите это у себя перед глазами, вы вкладываете это в свои уши, вы вкладываете это в свои уста, вы развешиваете по всему холодильнику маленькие карточки. Это хорошее место. Там наверняка вы будете видеть их куда чаще, чем где-либо. Повесьте их на зеркале ванны. И затем каждый день, когда вы будете бриться, бритесь, вспоминая эту заповедь. Слава Богу. Что вы делаете? Вы встраиваете это в свою веру. Вы встраиваете это в свой дух. И каждый раз, когда вы это делаете, Дух Божий начинает делать что? Утверждать и укреплять вашего внутреннего человека. И начинает работать... Постижение. Постижение пришло к доктору Витеру, и Бог дал ему откровение о том, что было корнем того, и он просто избавился от него. Мы говорили всю прошлую неделю и продолжаем говорить и на этой неделе о переливании через край. Господь сказал, что это время переливания через край. Давайте снова напомним себе. Когда Господь говорил мне об этом и учил меня на этот счет, и мы вчера говорили о практическом знании в духе,
Именно это я и получил, когда Господь посетил меня в конце 2004 года. Он дал мне практическое знание о переливании через край. Я знал, что такое переливание через край. Это когда полнота не останавливается и переливается через край. Но я не знал, что заставляло это работать. И есть основное неправильное понимание суда. Мир весьма неправильно понимает его, а также большинство христиан. Большинство людей думают, что суд — это когда Бог в одно прекрасное утро встает и говорит, что ж, для него все кончено, все, брат, тебе конец. Раздавливает вас, как жука. Большинство людей неправильно понимает суд потому, что они не хотят о нем думать. Это как тот парень, который работал на одной ферме. Он вдруг бросил свою тяпку и побежал. Он побежал так быстро, как только мог, пока обессиленный не упал на землю. Когда его наконец догнали, подняли и привели в чувство, у него спросили, «Что с тобой такое?» Он ответил, «Я подумал, что пришел суд». У него спросили, «Так какой смысл бежать?» Он ответил, «Не знаю. Я подумал, что просто буду бежать, пока он не настиг меня». И так думает большинство людей. Они и понятия не имеют, что это такое. И если он придет, мы просто все умрем. Нет, Бог судил Иисуса и признал его хорошим, аллилуйя. Мы признаемся такими же, если мы послушны Ему и делаем то, что Он говорит. И в процессе изучения этого, понимание пришло следующим образом. Господь спросил, что если бы у тебя был участок земли? Если бы я целый год давал этому участку земли дождь в нужное время, в нужном количестве, и я бы давал этой земле нужное количество питательных веществ, я бы поставил моих ангелов вокруг этого участка и не давал бы дьяволу заходить на него и мешать этому семени приносить урожай. Что, по-твоему, произошло бы с семенем? Я ответил, о, это семя приносило бы максимально возможный урожай. Мы в действительности никогда еще такого не видели. Максимальный потенциал. Он тогда сказал, это картина всей духовной сферы в 2005 году. Я никогда не изменялся. Я господин жатвы. И именно я взращиваю, даю рост. Один насаждает, другой поливает, а взращивает Бог. Помните это, второе или первое послание Коринфянам, третья глава. Он сказал, «Я просто делаю то, что я делаю». Но он сказал, «В прошлые столетия я давал людям долгие периоды времени на то, чтобы покаяться. Целым поколением время на то, чтобы покаяться. И у меня милость не закончилась. У меня закончилось время». Он сказал, «Если я позволю этому продолжаться позже этого времени, тогда послание Галатам 6:7, что посеет человек, то и пожнет». Он сказал, «Если время подойдет к концу, и все семена не принесут свой урожай, это поставит меня в позицию лжеца, и сатана возьмет верх. Но этого не произойдет». И я это очень глубоко понял. Я постиг это. Это практическое знание того, что происходило в духовной сфере. Я никогда не думал об этом таким образом. Да, в конце времен будет время, когда Иисус будет судить все то, что когда-либо сделал каждый человек за всю историю. Но сейчас мы говорим не об этом. Это действующий суд. Это жатва. Он сказал, «Сын, я не могу за тебя посеять это семя в эту почву. Ты уже его посеял, и оно всходит, хорошее или плохое. Все, что я должен сделать, это приказать ему расти. Если ты его посеял, ты его пожнешь. Или же ты можешь покаяться и радоваться. Выбор за тобой». Я сказал, «Я выбираю радоваться. Я покаюсь, слава Богу. Я выбираю покаяться и радоваться. Я не собираюсь чего-то выжидать и позволять расти у меня каким-то грехам. Слава Богу. Я не хочу, чтобы это росло у меня на глазах». И Бог повел меня в книгу Амоса 9:13, где говорится, что пахарь, сеятель и жнец работают рука об руку. Урожай будет всходить настолько быстро, что некоторые вещи будут просто сразу же производить результаты.
И у меня уже такое было за последние 2 недели. Он позволил этому произойти прямо у меня на глазах. О, вы говорите о том, чтобы быстренько брать свои слова обратно. О. Да, это обратит на себя ваше внимание. Вы что-то говорите, и это будет осуществляться прямо у вас на глазах. Особенно, когда это что-то, что поднимется и будет кусать вас. О, Иисус, я каюсь. Да, это хорошее дело покаяться, аминь. Это все равно, что открыть дверь, а там стоит большой лев. Эй, закрой-ка лучше дверь. Аминь, слава Богу. Как-то раз я сел в машину к одному человеку. И мне следовало быть аккуратным, потому что я его знал. Я сел к нему в машину, и я сел на заднее сиденье. У него был Ford Универсал. Вы бы не сказали, что это был Универсал, но это был Универсал. Он был отличный парень, и я много подшучивал над его машиной. Он купил новый Ford Универсал и затем использовал его в качестве грузовичка. Он просто все там посрывал. Я сел сзади и положил свою руку на заднее сиденье. Там сзади у него стояла клетка. Дело было ночью. Я не видел, что там было. В той клетке у него сидела рыжая рысь. И знаете, эта рысь рычала так, как будто она была не меньше льва. Я положил туда свою руку, и та рысь как зарычит. Я чуть не выпрыгнул в окно. Ничего смешнее он никогда в своей жизни не видел. А я подумал, что меня на том сиденье и найдут. Мне хотелось его убить. И в те дни в этом была определенная доля опасности. Мое сердце просто остановилось. Это был моментальный урожай чего-то, чего я не планировал пожинать. Я не знал, что там была эта рысь. Я положил туда свою руку, и эта рысь до смерти меня напугала. Я не планировал, что произойдет многое другое. Но оно происходило. Некоторые из вас услышат резкий крик рыси. Поэтому вам лучше закрыть дверь прямо сейчас. Не рискуйте, продолжая двигаться, как вы и двигались. Понимаете? А эти проповедники всегда только это и говорят. Я советую вам записывать эти и другие передачи и слушать их день и ночь до тех пор, пока вы настолько не укрепитесь. И ваша вера не будет всегда наготове, так что ваш разум будет занят только тем, чтобы соблюдать заповедь любви, хранить вашу веру сильной, хранить ваши уста наполненными словами праведности Божьей и не впускать распри все эти обиды, когда вас обижают и ранят ваши чувства. Какая вам разница, кто и что о вас говорит? Это не ваше дело, кто и что о вас думает. Ваше дело любить их. Неважно, думают они о вас или нет. Это между ними и Богом. Вы меня слышите? Господь сказал мне это как-то раз. Глория крикнула мне что-то из другого конца дома. И я сказал, она все равно нисколько обо мне не думает. И Господь отчитал меня. Он сказал, это не твое дело, думает она когда-либо о тебе или нет. И я стоял там в коридоре по стойке смирно, в шортах. Я рад, что у нас нет фотографии этого. Вид был не из лучших. Я стоял там, и я сказал, «Да, сэр». Он сказал, «Это не твое дело, думает она о тебе или нет. Тебе достаточно знать, что я думал о тебе. Я пошел за тебя на крест. Твое дело думать и заботиться о ней. Более того, она моя дочь. Я советую тебе относиться к ней получше». Это изменило мою жизнь. И ее жизнь тоже. Аминь. Слава Богу. Я абсолютно отказываюсь. Я абсолютно отказываюсь снова попадаться в эту ловушку. Нет, я выбрался из нее, и больше в нее не попадаюсь. Хвала Господу. Итак, давайте посмотрим 3 главу послания к римлянам. Помните, мы читали в 5 главе послания к римлянам, что вера действует любовью.
Давайте откроем третью главу Римлянам. И обратите внимание на 27 стих. Давайте прочитаем 26 стих. «Во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Я хотел, чтобы вы увидели, что вера работает по духовному закону. Это не случайность. Я встречал за все эти годы, которые я нахожусь в служении, я встречал некоторых людей, особенно в церквях, которые случайно получали что-то по вере. Они, по сути, следовали закону веры. Это работало. Но они не имели ни малейшего представления, как это повторить. Они и понятия не имели, и пытались пробовать разного рода вещи. Мы тогда пели псалом номер 221. Давайте споем его еще один раз и посмотрим, произойдет что-нибудь или нет. Знаете, мы стояли тогда около бабушкиной скамьи рядом с алтарем. «О, никогда ее не красьте! Если вы ее покрасите, вы все разрушите. Мы никогда больше не сможем ничего получить». Это не имело ни малейшего отношения к принятию от Бога. Ну, знаете, брат Копланд, мы поняли, что после полуночи крещение Духом Святым получает намного больше людей, чем до полуночи. Просто многие только к 3 часам утра наконец смогли победить в себе неверие. Номер один. Вера приходит из Слова Божьего. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. По-другому она не приходит. Ну, я верю, вера приходит через испытания и бедствия. Вы можете верить в это, если хотите. Но это не работает. Аминь. Вы можете верить, что из металлических шариков вырастут яблоки. Но они из них не вырастут. Для этого нужны семечки яблок. Если бы вера приходила от испытаний и бедствий, все бы в мире уже были гигантами веры. Поскольку ни у кого нет иммунитета от испытаний и бедствий, они обрушиваются на всех. От того, что вы делаете в этих испытаниях и бедствиях, зависит, разрушат они вас, или же вы выйдете из них еще более сильными. Иоанна 1.1. Помните, что там сказано? «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Без Него это кого?» Слово Божьего, Бога. Аминь. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. А теперь 1 Иоанна 4,16. Бог есть любовь. Слово Божье и Бог. Это одно и то же. Любовь и Бог. Это одно и то же. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова любви. Потому что вера действует любовью. Если вы понимаете, что это пообещала любовь, это все меняет. Если я говорю «Бог», вы можете вкладывать в это не тот же самый смысл, который вкладываю в это я. Если я говорю «любовь», о да, по крайней мере, вы знаете, что это должно быть. Аминь. У всех примерно одинаковые понятия любви. Я по-прежнему нахожусь под впечатлением слов Терри, когда она сказала вчера, «Бог есть любовь». Если бы вы знали в Библии только один стих, Бог мог увести вас с него, потому что Он есть любовь. Забывая о том, что Бог есть любовь, вы будете верить разного рода странным доктринам, вроде того, что «Ну, это Бог убил вашего ребенка, потому что на небе им было так одиноко». Знаете, что это такое? Это полный вздор. Чистой воды вздор. Это ложь прямо из ада. Начнем с того, что небеса не одиноки. Во-вторых, Бог не убивал вашего ребенка. Или кого-то еще в вашей семье. Есть много людей, которые пожинают многие семена, а во всем винят Бога.
Аминь. Итак, мы говорим о законе веры. И одним из элементов этого закона является то, что вера приходит. И мы знаем, откуда она приходит. Она приходит из Слова Бога, которое есть любовь. Вера действует любовью. Мы знаем, что эти элементы должны быть на своем месте. И мы знаем из послания к Евреям 11:1. Давайте откроем его и прочитаем его. Как сказано в оригинале, сейчас вера есть. Итак, мы знаем, что вера — это сейчас. Если это не сейчас, это не вера. Надежда, она в будущем. Вы верите, что Бог исцеляет вас? Я, конечно же, надеюсь на это, брат Копланд. Нет, я спросил вас, верите ли вы в это? Вы говорите мне, что вы надеетесь. Как сказано в оригинале, сейчас вера является материализацией того, на что мы надеемся. То есть вера — это духовная сила, это духовная материализация. Без веры надежде некуда идти, но вместе вера с надеждой приносит материализацию и приносит будущее в сейчас, в настоящее время. Аллилуйя. Все это имеет отношение к закону веры. Поэтому вы можете узнать, откуда она приходит. Вы можете узнать, что такое вера. А как вы высвобождаете ее? Вера высвобождается через слова. Нет, я еще здесь не закончил. Господь кое о чем напомнил мне здесь, в послании к Евреям 11:6. Давайте прочитаем 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно. Итак, давайте твердо держаться нашего закона. Мы повесили карниз, давайте повесим на него эту штору. Мы говорим о законе веры. Поэтому, чтобы работать, она должна висеть на нем. А без веры угодить любви невозможно. И это касается не только Бога. Это касается любой любви. Невозможно угодить любви без веры. Ибо надобно, чтобы приходящий к любви веровал, что он есть. Что он есть кто? Что он есть любовь, которая есть Бог. Разве оно здесь не подтверждается? И что любовь ищущим его воздает. Теперь вы можете видеть, почему любви невозможно угодить без веры, поскольку без этой связи он не может вам воздать. Вы никому не можете угодить без веры. Никому, кто бы это ни был. Я люблю тебя, Глория, но я просто не верю ни одному твоему слову. Перестаньте. Это приводит в восторг, не так ли? Я люблю тебя, но я не верю ни в одно твое слово. Я тебе не доверяю. Да, я тоже тебя люблю. Я этому не верю. Но я люблю тебя. Я этому не верю. Никто меня не любит. Я тебя люблю. Нет, не любишь. Нет, люблю. Нет, не любишь. Это скоро перерастет во что-то серьезное, если кто-то сейчас не остановится. Почему? Нет веры. Если вы не верите, что вы получаете, эта любовь сразу же останавливается. Она не может идти дальше. Но когда вы оба верите и доверяете друг другу, любовь может течь. Аллилуйя. Ничто ей не препятствует. И насколько это тем более справедливо в отношении вашего Небесного Отца. Затем мы выяснили, откуда она приходит. Мы выяснили, что такое вера. Это духовная сила, это материализация того, на что мы надеемся. Также мы выяснили, что Бог, источник веры, воздает. Он есть любовь. Мы знаем, что вера действует любовью. Итак, 1 Иоанна 4:15. Прочитаем это. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий или Сын любви, в том пребывает любовь, и Он в любви». Кто это? Тот, кто говорит это своими устами, тот, кто исповедует это. С Богом, с верой, исповедание приносит обладание.
Да, но я говорил это 6 месяцев и ничего не получил. Вам лучше вернуться к Евангелию от Матфея 22:37. Вернитесь и проверьте компоненты веры, закона веры. Вы делаете то же самое, что делал я с той эпоксидной смолой. Она управляется определенными физическими законами. И должны быть соединены вместе определенные компоненты, иначе она не будет работать. А уж тем более в случае с духовным законом. Духовный закон не менее четок, чем физический закон. Духовный закон создал все законы физики. Законы физики являются лишь отображением тех духовных законов, которые их создали. Аминь. Духовный мир намного более строгий, нежели естественный мир. За исключением милости Божьей. Именно милость Божья не давала до сих пор этому урожаю взойти. Аминь. Но время закончилось, и он всходит. Сколько у меня еще осталось времени? Хорошо, как раз успею упомянуть об этом. Послание к римлянам 10:10. Мы понимаем, что исповедание приносит спасение. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Поэтому, как мы уже раньше говорили, вы принимаете от Бога, слыша и говоря слова, и их нужно слышать и говорить верой, которая действует любовью. И, наконец, послание к евреям 3:1 и также 14 и 15 стихи. Иисус является первосвященником нашего исповедания. Он верен в Его доме. Он первосвященник, чтобы следить за тем, чтобы Его слово в наших устах осуществлялось. Но без этих компонентов Ему не с чем работать. Вы просто кричите и просите Его: «О, исцели меня, исцели, исцели! Неужели ты не видишь, что я вот-вот умру? О, Боже мой, побыстрее исцели меня, поторопись!» Неужели ты этого не понимаешь? Я не знаю, почему ты меня не исцеляешь. Ты исцелил вон ту сестру. Вы не даете Ему ничего, с чем бы Он мог работать. Вы так далеки от законов, которые управляют принятием от Бога. Да, но я всего этого не знаю. У вас есть Библия? Пора читать ее и двигаться в соответствии с ней. Но у меня нет времени узнать все это. Вы можете узнать Евангелие от Матфея 22:37? Начните специализироваться на нем. Начните исповедовать, как сильно ваш Небесный Отец любит вас. Я не знаю, любит Он меня или нет. Как вы смеете? Как вы смеете обвинять Иисуса во грехе? Для Него не любить вас означает нарушать данную заповедь. Аминь. Наше время снова подошло к концу. Боже мой. Хвала Господу. Давайте воздадим Господу хвалу и благодарение. Давайте снова откроем наши Библии на 5 главе послания к Галатам. Нашим базовым местом Писания было послание к Галатам 6:7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Конечно, в данном конкретном месте Писания говорится о деньгах. Павел говорил здесь о пожертвованиях. Но если вы вернетесь к книге «Бытия», то вы увидите, что после потопа на земле ничего не осталось за исключением 8 человек. Конечно, дьявол действовал на этой планете на основании власти Адама, и к тому времени земля уже больше не могла выдерживать этот полный и тотальный грех человечества. И в то время они действовали, используя 100% своих умственных возможностей. Они могли сделать все, что только могли задумать. Фактически, так сказал Бог. Именно это и произошло с Вавилонской башней. Помните? Бог сошел и сказал, что они могли достичь всего, что они могли задумать. И поэтому Он сбил их с толку, смешав языки и лишив их способности говорить, верить и утверждать. Что ж, благодарение Богу, в день Пятидесятницы мы получили это обратно. Аллилуйя. Именно поэтому дьявол воевал против говорения молитвы и прославления на иных языках. Когда говорится об иных языках, речь идет о языке, который вы никогда не учили. Это язык, который течет из вашего духа. Бог вернул то, что люди потеряли, когда строили Вавилонскую башню.
Но вы видите, что здесь все вращается вокруг семени. Семя является ключевым аспектом для этой планеты. И слова являются главными семенами. Слово Божье — это самое главное семя. Иисус назвал Слово Божье семенем. Сеятель слово сеет. Обетование Божье является в вашей жизни семенами небес. Есть духовные семена, есть умственные семена, физические семена, финансовые семена. На этой планете ничего не происходит без семени. Ничто. Ничто на этой планете не рождается без семени. Ничто на этой планете не функционирует без семени. Вы когда-нибудь задумывались над этим? Все. Если бы не сеяние и жатва, здесь бы никого не было. Ни животных, ни растительности. Все порождается семенем. Потому что Бог установил этот закон в духовном мире, затем в физическом. И, конечно же, финансовая сфера должна отвечать на него. Это закон. Именно об этом мы сегодня, по сути, и будем говорить. Данное место Писания ссылается на книгу Бытия. В которой Бог сказал это после потопа. Бытие, 8 глава, 21 и 22 стих. Впредь, во все дни земли, сеяние и жатва не прекратятся во все дни земли. Поэтому каждое посеянное семя должно принести урожай, поскольку так сказал Бог. Вы сеете его, вы пожинаете его. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И сатана является тем, кто пытается помешать этому осуществиться. И он замедлил рост многих семян. Он замедляет рост всех семян. Он пытается превратить все, что сказал Бог, в ложь. Если бы он смог хотя бы на секунду превратить это в ложь, он бы правил всем, поскольку он отец лжи и отец лгунов. Он не будет отцом Бога. Могу вам это сразу сказать. Бог является Творцом, и никто из всего творения не возьмет власть над Творцом. Аминь. Можете об этом забыть. Такого не получится. Особенно у него. Дьявол является личностью очень низкого класса. Он падший ангел. В свое время он был ангелом высшего ранга. Но даже если вы и были ангелом высшего ранга, вы по-прежнему ниже класса человека. Вы должны это понять. Ангелы не стоят выше людей. Они не были сотворены по подобию Божьему. У них нет собственной воли. Он взял волю и использовал ее, и это погубило его. Человек был сотворен по подобию Божьему. И ангелы в его присутствии, это записано в псалмах, спрашивали, «Что из человек, что ты посещаешь его?» Они не знали, кем был человек, они никогда не слышали о человеке. Они не знали, чтобы Бог когда-либо кого посещал, пока он не сотворил человека по своему образу, в своей собственной семье, в своем классе, в духовном плане. Но затем человек преклонил колени перед падшим ангелом и в духовном плане занял положение ниже его. Это называется духовной смертью. Но это не меняет законы Божьи. Сатана не может ничего изменить. У него нет творческой, созидающей силы. Ему приходится искажать, перекручивать. Именно отсюда в английском языке и происходит слово «нечестивый», а также слово «плетеный», «искаженная мысль». Это нечестивая мысль. Искажение законов Божьих превратит закон жизни в закон смерти. Но он не может этого сделать. Он должен уговорить вас сделать это. Почему? Потому что Иисус отнял у него его власть. Все это время он действовал на основании 8 главы Бытия, закона сеяния и жатвы. Он должен действовать внутри этого закона, поскольку он не может из него вырваться.
Аминь. Вы понимаете, где мы сейчас? Потому что если вы этого не поймете, вы не поймете всего остального. Позвольте мне дать вам библейское определение закона. Не закрывайте послание Галатам. Мы буквально через минуту вернемся к 5 его главе. Слово «закон». И это определение построено на комбинации еврейских слов, греческих слов и английских слов. И когда вы берете еврейский словарь, греческий словарь и английский словарь, вы можете найти определение слова «закон». Закон. Но когда вы обращаетесь к Библии, вы узнаете истину о слове «закон». Поскольку о Библии самой говорится как о законе Божьем. Это все... И данное определение исходит из следующего. Если Бог это сказал, это не может быть изменено, если только Он сам этого не изменит. И до сих пор Он никогда не изменялся. Одним из того, что Он сказал, было «Я не изменюсь». Поэтому на этом вопрос закрыт. Если бы Бог вошел в комнату, знаете, почему Он не может солгать? Вы когда-нибудь задумывались о том, почему Бог не может солгать? Там не сказано, что Он не будет, там сказано, что Он не может. Если бы Он пришел сюда сегодня и сказал, какой замечательный понедельник, все бы возразили, нет-нет, сегодня пятница. Уже не пятница. Она только что изменилась на понедельник. Все календари изменились, все компьютеры изменились, все изменилось. Почему? Потому что Его Слово является истиной. И оно не может измениться. Хорошо. Библейское определение закона следующее. Это истина, которая работает, когда она приведена в действие, как то установлено Богом, которая есть любовь. В Его Слове. Закон — это истина, которая работает, когда она приведена в действие. 2 плюс 2 равно 4. Это истина. Правительство, возможно, пыталось изменить это на 3, но это по-прежнему 4. Вы можете голосовать по этому поводу, делать что хотите, это по-прежнему 4. Это истина. Это не просто факт, это истина. Но в 2 плюс 2 равно 4 нет никакой сверхъестественной силы. Если же Бог придет сюда и скажет 2 плюс 2 равно 4, теперь это наполнено силой. Аминь. С помощью этого вы можете что-то изменять. Вы могли бы взять 2 плюс 2 и изменить 5. Кто-то скажет, хорошо, это истина, что моя рука больная. Я не понимаю, как вы можете говорить, что она исцелена. Видите эту большую шишку на моей руке? Она больная, понимаете, больная. Нет, вы говорите мне факты. Это факт. Я могу это сказать, глядя на это. Некоторые люди говорили мне, я просто не понимаю, как вы можете стоять здесь и говорить, что вы исцелены. У вас насморк, у вас смешные глаза, вы чихаете каждые 10 минут. И каждый раз чихая, вы говорите, благодарение Богу, я исцелен. Я не вижу в этом никакого смысла. Я не пытался представить смысл, я говорил не вам. Я говорю истину, чтобы изменить эти факты. Факты не меняют истину. Но истина изменит факты. Стойте на истине. Почему? Потому что истина — это духовный закон. И есть закон исцеления и освобождения. И когда вы находите в Слове Божьем Божье обетование, Божью истину, компонент этого исцеления, и это становится семенем, оно принесет результаты. А что пытается делать сатана? И что все эти годы у него очень успешно получалось? Так это разрабатывать определенного рода религиозную традицию и заставлять людей практиковать эти компоненты, а не компоненты Слова Божьего. И именно в этом в действительности Иисус и упрекал фарисеев, потому что вместо того, чтобы обращаться к Слову Божьему, они обращались к своей традиции. И он обращался не ко всем фарисеям, когда называл их порождениями ехиднины. Он обращался не ко всем иудеям, он обращался к той группе жуликов, понимаете? Он говорил им прямо и жестко, поскольку иногда любви нужно быть с вами жесткой, и некоторым из них, слава Богу, это пошло на пользу. Некоторые из них, после того, как он был распят и воскрес из мертвых, включая самого первосвященника, я читал его свидетельские показания. Его свидетельские показания опубликованы. Показания первосвященника.
так же, как и показания Пилата. Первосвященник подал в отставку, сказав: «Я больше не могу с чистой совестью быть первосвященником, поскольку я никогда в своей жизни не был так взбудоражен, как после распятия». Он написал бумагу, в которой излагал, почему он распял его. И затем, спустя несколько недель, он подал прошение об отставке. И он сказал: «Я заперся в своей комнате, переживая ужасный эмоциональный стресс и давление со своей женой и еще одним человеком. Закрыл на замок дверь». И он сказал: «Пришел Назарей». Слава Богу. И он сказал: «Я не могу больше быть первосвященником, поскольку я посвятил свою жизнь ему». Разве вы не рады, что Иисус продолжал держаться истины, вместо того, чтобы пытаться похлопывать этих людей по плечу и говорить: «Ну, знаете, если хотите, вы можете в это верить». Он сказал: «Ваши традиции делают Слово Божие неэффективным». И что произошло? Их традиции спутали закон. Мне не нравится это слово, но мы будем использовать его как аллегорию. Оно действительно раскрывает то, о чем я здесь говорю. Это духовная формула. Если у вас компоненты не на месте, или не в правильной пропорции, или какого-то не хватает, это просто не работает. Только не включайте сюда милость Божью. Потому что были люди, которые настолько все испортили, что невозможно было сказать, что это было. И они просто воззвали к Богу. И Бог просто сделал это, сказав: «Хорошо, садись сюда, и давай начнем с тобой все сначала». Но вы не должны жить так вот на основании чудес. Вы должны жить на основании Слова Божьего, на основании обетования, на основании сеяния жатвы. Вы со мной? Библейское определение слова «закон» — это истина, которая работает, когда она приведена в действие, как то установлено Богом, который есть любовь, в Его Слове. Бог обеспечил спасение для каждого человека на земле. Библия говорит, что через преступление Адама смерть пришла на каждого человека. И когда сатана стал боссом, он потребовал, чтобы каждый человек умер. Но через послушание одного человека, 3, 4 и 5 глава послания к римлянам, через послушание одного человека на всех людей пришла праведность. Ну вот разница между Богом, который есть любовь, и сатаной, который есть страх и ненависть, проявленные на земле. Вот разница между ними. Когда сатана получил эту власть, он потребовал, чтобы каждый человек умер. Когда Иисус получил эту власть, он сказал: «Дана мне всякая или вся власть на небе и на земле». Праведность пришла на всех людей. И Иисус потребовал, чтобы у каждого человека был выбор. И он почтит его право пойти в ад, если человек будет настаивать на том, чтобы пойти туда. Это всегда разбивает его сердце. Но любовь позволяет вам делать ваш выбор. Аминь. Именно поэтому он потребовал, чтобы каждый человек знал, какой у него есть выбор. Но если сатане удастся испортить это религиозной традицией, тогда у вас компоненты не на месте. И в конечном итоге традиция может оказаться настолько испорченной, что в ней не останется никакой части закона, который она должна была представлять. Аминь. Знаете, люди совершенно запутываются, ища различные пути того, как спастись, и разные пути того, как прийти к Богу. И религия является семенем всего этого. И вы обращаетесь к Слову Божьему и думаете: откуда вообще все это взялось? Здесь этого нет. Церковь пытались учить нищете? Это ложь из ада. Это не имеет с Новым Заветом ничего общего. Поэтому дьяволу пришлось забрать из рук церкви Новый Завет, чтобы заставить ее купиться на это. И он использовал для этого разные религиозные представления. Но моего дедушку всегда злило, когда бабушка ставила на стол нежирное молоко.
И вы должны понять, мы не покупали молоко в магазине. Мы брали его прямо у коровы. Дедушка доил корову, и бабушка заливала молоко в сепаратор. Отделяла от молока все сливки, и затем делала из них масло. И оставшееся молоко было абсолютно нежирным. Мой дедушка называл его «синим Джоном», или «бычьим молоком». Он видеть его не хотел. Время от времени она незаметно для него ставила на стол стакан с этим молоком, ничего ему не говоря. Он отпивал глоток и говорил: «Убери со стола это бычье молоко». О, он любил пить молоко, но он не пил это нежирное молоко. Он шел туда, где у бабушки хранились сливки, наливал себе и пил сливки, прежде чем он будет пить это молоко. Я всегда вспоминаю это. Когда люди пытаются спастись или исцелиться, или принять Духа Святого, опираясь чисто на какие-то плотские представления, вместо того, чтобы обратиться к обетованию, обратиться к главному семени. И за мою жизнь величайшим примером такого духовного бычьего молока, духовного синего Джона, этого молока, в котором ничего нет, были попытки людей в 60-х годах принять Духа Святого. О, скажу вам, это было движение Божье. Люди крестились Духом Святым, сидя в своих машинах и ожидая зеленого сигнала светофора. Бог крестил людей Духом Святым. Но это было чем-то настолько утерянным. Пятидесятники тогда, в начале века, начали получать крещение Духом Святым, не имея об этом совершенно никакого откровения. Поскольку религиозная церковь полностью раскритиковала это, дары Духа перестали действовать не потому, что они закончились. Да, они закончились, но вовсе не по той причине, по которой все думали. Не Бог заставил их закончиться. Все потому, что они перестали ходить в любви. А без любви это не больше, чем просто много шума и медь звенящая. И в конце концов, Слово Божие говорит вам, в 12, 13 и 14 главах 1 послания к Коринфянам, что они прекратятся. И они прекратились. Но в начале 20 века началось возрождение этого. И некоторые из тех, кто крестился Духом Святым, и понятия не имели, почему и что это такое было. Некоторые люди получали все, но они не говорили об этом. Многие из-за того, что они не знали, что это такое. Моя прабабушка перешла из методистской церкви в церковь движения святости. И сестра моего дедушки, моя двоюродная бабушка, как-то раз пришла ко мне. И вы должны понять, они были индейцами, людьми из сельской местности, отличными, замечательными людьми. И у моей двоюродной бабушки, Пинки, характер был как у погонщика мулов. Я не буду повторять вам то, что она сказала. Просто перескажу ее слова. Она нюхала табак и не стеснялась им плеваться. Так что он висел у нее на губе. Она сказала: «Скажу тебе одно, Кеннет. Я могу взять стай львов. Я могу проколоть мозоль на крестце у коня. Только вместо слова «крестец» она употребляла более крепкое слово. Лучше любого мужчины моих размеров». Мне она так нравилась. Она была милейшим, замечательным человеком. Но с бабушкой Пинки шутки были плохи. Она была самой младшей из всех. Они с моей мамой были практически одного возраста. Поэтому я хорошо ее знал, понимаете? И она позвонила мне. Я был в служении уже несколько лет. Она сказала: «Кеннет, я хочу у тебя кое-что спросить». Я ответил: «Хорошо, бабушка Пинки». Она сказала: «Когда я была маленькой, наша мама отправляла мужчин на поле, а девочки ходили в школу. Мужчины не ходили в школу. Они работали, а девочки ходили в школу». И она сказала: «Мама уходила в дальнюю комнату». И тогда было дикое время. На всех окнах были тяжелые ставни. И она закрывала на замок ставни, закрывала на замок дверь и не впускала меня туда. И она начинала стенать.
Ты никогда не слышал в той дальней комнате таких стенаний? И она спросила: «Кеннет, ты считаешь, она молилась?» «Конечно. Но в те дни вы этого не рассказывали». Понимаете, бабушка где-то крестилась Духом Святым. И она молилась и взывала к Богу за всю свою семью. И она их всех привела к Богу, одного за другим. Слава Богу. Аминь. Аллилуйя. Конечно. Они не знали ни правил, ни законов. Они просто молились до тех пор, пока что-то не происходило. Но есть гораздо лучший путь. Иисус сказал: «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него». Просите и верьте, что вы получаете, когда вы молитесь. Это другая часть данного закона. Евангелие от Марка 11:24. Прощайте, когда стоите на молитве. Это еще один его компонент. Соедините все компоненты и откройте свои уста. Это не так уж тяжело сделать. У вас есть руководство Господина. Аллилуйя. Скажите: «Слава Богу!» Пятница всегда является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Слово Божье просто утверждает. Фактически, давайте я открою это место. Мы раньше его уже читали. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Поэтому если вы получаете в духовном плане что-то от какого-то служения, то закон истины работает так, что вы получаете духовные вещи и помазание из Слова Божьего. Затем вы применяете это к физическим вещам, и вы сеете эти физические вещи, как семена, в это служение. Апостол, пророк, евангелист, пастор и учитель, эти дары служения включают в себя законы умножения, поскольку апостол, пророк, евангелист, пастор и учитель — это помазание Иисуса. Он главный апостол, он главный пророк, он главный евангелист, он главный пастор, великий пастор, он главный учитель. Поэтому в нем закон умножения. И когда вы сеете физические вещи в духовное, тогда вы пожинаете вечную или сверхъестественную жизнь. Вашу финансовую жизнь, во все остальные сферы вашей жизни. По сути, это тот же самый принцип, о котором мы говорили. Отец, мы молимся сегодня за этот день пожертвований. Мы принимаем направление с небес. Как бы ты ни направлял людей, открываем, как они в финансовом плане могут участвовать в этой телепередаче. Мы принимаем его, и мы благодарим тебя за него. Во имя Иисуса. Аминь. Что бы Господь ни говорил вам делать, сейчас на экране вы видите наш адрес и всю необходимую информацию. Если вы смотрите нашу передачу за пределами Соединенных Штатов, то ваши пожертвования не уходят в Соединенные Штаты. Они остаются в вашем регионе. И они будут использоваться для поддержки нашего служения в вашем регионе. Как оно и должно быть. Хвала Господу. Если вы хотите заказать наши книги, то вы можете написать нам по адресу, который вы видите сейчас на экране. Я очень рад, что вы смогли быть с нами всю неделю. Будьте частью хорошей церкви. А пока я, Кеннет Копланд, напоминаю вам, что Иисус — Господь.